Здравствуйте. Это видео называется «Уникальная утренняя зарядка» Юрия Спасокукоцкого. Почему утренняя зарядка? Потому что мы привыкли считать, что к слову «зарядка» относится ежедневный ритуал утренних каких-то упражнений. Это видео является продолжением видео «Как стать счастливым, как достичь успеха, как реализовать свои мечты». Соответственно, мы говорим о комплексе упражнений, которые не просто позволяют вам там, улучшить свое здоровье или проснуться, или накачать ваши мышцы, но о более чем-то глобальном и серьезном и невероятном, то есть о комплексе упражнений, который позволит вам самосовершенствоваться и физически, и духовно. И вообще работать над своими недостатками. Итак, в предыдущем видео мы сформировали набор направлений, в котором вам надо развиваться. Я на своем примере показал 9 направлений, в которых мне надо постоянно развиваться, двигаться к своей цели. И достигнув своей цели, и даже уже в процессе приближения к этой цели, я буду делаться все более счастливым. И мне это нравится, работать в этих направлениях. Соответственно, вы посмотрите сейчас, как выглядит набор упражнений, которые мы обсуждали. Первое упражнение логопедическое. Его цель – улучшить дикцию, что будет способствовать улучшению моих ораторских качеств. Итак, в качестве тренажера выступает ватная палочка. Можно делать и пальцем это упражнение, но более культурно и с точки зрения гигиены, более целесообразно использовать обычную чистую вот такую вот ватную палочку. Мы открываем рот, мы все знаем, что в этом упражнении рот должен быть открыт, а язык прижат к небу. И я работаю над устранением своего недостатка. Я пытаюсь научить свой язык вибрировать. То есть создавая вибрации языка, помогая языку вибрировать с помощью такой палочки, я делаю упражнение, которое должно исправить мою дикцию со временем, как мне пообещал логопед, который сам уже исправил этот недостаток себе. Дрова, дрова, раз, дрова, два, дрова, три, дрова, не вместит двор, дров, дрова, выдворить, не скажешь, 33 корабля, лавировали, 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 да так и не вылавировали. Сшит колпак не по-колпаковски, влит колокол не по-колоколовски, нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать, нужно колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Нужно все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить, и тогда так заговоришь, словно реченька зажучишь. Следующее упражнение называется «Игра со стенкой». Если вы будете делать его достаточно долго, это будет отличное кардиоупражнение. То есть вам не нужно будет покупать беговую дорожку домой, если у вас достаточно места. Это упражнение будет сжигать энергии почти как игра, то есть, ну, как прыжки на скакалке. Ну, конечно, немножко меньше, но это даже и хорошо, потому что прыжки на скакалке – это очень интенсивное упражнение, мало кто его выдержит. Кроме того, это упражнение «Игра со стенкой» повышает ваш навык в игре в бадминтон, то есть вы получаете дополнительную тренировку, что очень важно, потому что мало кто может ходить и заниматься любимым делом каждый день, а вы знаете, что я собираюсь стать кандидатом мастера спорта по бадминтону. Это одно из моих желаний, реализовав которое, я стану более счастливым человеком. Значит, вы берете баланчик, лучше, чтобы это был перьевой баланчик, но сейчас у меня пластик. Берете ракетку, это моя любимая ракетка, которую я недавно себе купил. Такая легенькая фирма Виктор, довольно неплохого класса. Главное ничего не разбить в квартире у себя. Я уже чувствую хороший разогрев, если честно, как будто я бегаю.
А теперь посмотрим, как это упражнение выполняет мой учитель по бадминтону, мастер спорта Артур Бурлака. И к чему я стремлюсь? Следующее упражнение, я так чувствую отличный разогрев, а как раз перед занятиями стретчингом рекомендуется хорошо разогреть ваши мышцы и побегать. То есть вы видите, как я учу вас и как я сам применяю такое свойство делать так, чтобы ваши упражнения для совершенствования в различных направлениях взаимодополняли друг друга и помогали двигаться к вашей цели. Например, разогрев мышц при занятиях бадминтоном способствует потом более удачной растяжке мышц, а физические упражнения перезаряжают ваш мозг, согласно исследованиям ученых, и затем умственные упражнения проходят лучше. То есть провели эксперимент студенты, которые напряженно учились и делали физические упражнения в перерывах, обгоняли группу студентов в интеллектуальном отношении, в способности учиться и запоминать информацию, и обрабатывать, которые занимались чисто умственными упражнениями. То есть вы видите, что двигаться сразу в нескольких направлениях иногда бывает более эффективно, чем заниматься упражнениями только в одном направлении, если вы все правильно рассчитаете. Кроме того, помните, что вы не сможете реализовать все свои мечты. Вот я сейчас работаю в 9 направлениях, как вы видите. Но я прекрасно понимаю, что 100% гарантии, что реализую все 9 своих желаний, нет. Но чем большего я достигну, чем больше буду верить и стремиться, тем более счастливым в конце, в конечном итоге я стану. А теперь вернемся к нашей утренней зарядке. Упражнение номер 2 предназначено для улучшения осанки. Как я уже рассказывал, улучшив свою осанку, вы не просто будете обладать накачанным рельефным телосложением, но будете выглядеть совершенно по-другому. Вы будете в движении выглядеть более стройным, более эстетичным, вы будете более раскованным, будете лучше ощущать себя, и ваши мышцы будут работать, и ваши пропорции будут работать на вас лучше. Все знают, что хорошая осанка – это плюс для любого человека. Но мышцы груди, когда вы тренируетесь, когда вы отжимаетесь от пола, они накачиваются. Естественно, грудь сводит плечи вперед. То есть накачанная грудь – это красиво, но сведенные вперед плечи – это некрасиво. Поэтому надо просто регулярно работать над растяжением мышц груди. Как это сделать? Упражнение, доступное в домашних условиях, мы берем обычный пояс от халата или веревку, или что угодно, и сводим лопатки, и чуть согнутые руки делаем вот так вот, ох, и расчувствуем, как мышцы груди растягиваются. И постепенно со временем укорачивая эту веревку, мы все больше и больше растягиваем свои мышцы груди. И второе упражнение, мы наматываем пояс и пытаемся, так как у меня накачанная спина, я не могу свести руки сзади. Поэтому я беру пояс и тренируюсь над сведением рук. В этом может помочь еще вот такое вот движение об стенку. Это упражнение хорошо растягивает трицепсы на руках, то есть вот эти вот мышцы, и позволяет свести назад, растягивает хорошо мышцы плеча. Сделав для одной руки, делаем то же самое для другой руки.
Вы можете попросить кого-то из ваших родственников вам помочь. Можете использовать стенку. И постепенно будете видеть, как ваши руки приближаются друг к другу все больше и больше. И третье упражнение для растяжки плеч и улучшения осанки делается с помощью стенки. Вы подходите к стенке, кладете руки на стену и, расставив ноги, прогибаетесь все ниже и ниже. Если честно, это очень приятное ощущение. Вы чувствуете, как ваши мышцы растягиваются, осанка улучшается. Посмотрим, как это упражнение будет выглядеть в позе сбоку. Надо нагнуться, положить руки на стенку. Ой, какие замечательные ощущения. Мы говорим о стретчинге, мы говорим о том, что я хочу легко садиться в шпагат, и я хочу при этом делать это одним движением и постоянно поддерживать эту форму. И сейчас я покажу вам комплекс упражнений простейших, которые позволяют мне сесть в поперечный шпагат. Следующее упражнение является разминочным и растягивающим одновременно. Вы упираетесь ногой в диван, одной опорой, второй берете за диван и начинаете делать махи. И постепенно делаете махи все выше, выше и выше. То есть, сделав большое количество таких махов, вы хорошо развиваете паховые мышцы, внутреннюю часть бедра, и вам будет легче садиться в поперечный шпагат. Тут мы прерываем упражнение для растяжки мышц и переходим к следующему упражнению. Как я вам уже рассказывал, в детстве я занимался ушу, различными восстановочными единоборствами, и мне очень нравилась эстетика некоторых движений. И поэтому мне очень хотелось это научиться делать одно эстетичное движение, это удержание ноги. Вот так оно выглядит. Но мне хотелось научиться делать это движение в шпагате, то есть поднимать ногу практически в потолок. Это серьезная задача, но это круто. Это действительно восхищает меня, поэтому сейчас я прерываю занятие растяжкой и занимаюсь статикой. Я беру, упираюсь ногой, беру за диван и пытаюсь держать ногу как можно выше. При этом, чем ниже вы наклоните корпус, тем вам легче, но надо стараться не наклонять, а держать, 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 держать. Затем то же самое делаем для другой ноги. Это, кстати, великолепно тренирует мышцы ягодичные и внешнюю часть бедра, если кому интересно, какие еще плюсы от этого упражнения, кроме красивого вида. И еще одно движение, это то же самое, только майя-гири, то есть удержание ноги. Тут тоже я хотел удержать ногу как можно выше. Для этого тоже надо растяжку, плюс статические упражнения. Мы опять видим, как два вида упражнений, как, имея желания, которые приблизительно из одной сферы, да, приблизительно из одной области, вы можете делать так, что тренировка в одном направлении поддерживает прогресс в тренировках в другом направлении, что очень удобно и позволяет вам быстрее двигаться к вашей цели.
И теперь, хорошо разогрев этими предыдущими упражнениями мышцы ног, мы пытаемся сесть в шпагат. Я делаю это, некоторые люди подкладывают книжки. Я делаю с помощью дивана, используя принцип Филлиаса Фога из романа «Жюля Верна». Используй все, что под рукой, и не ищи себе другое. То есть Филлиас Фог – это человек, который за 80 дней объехал вокруг света, то есть он сделал невозможное, реализовал свои желания, стал счастливым, потому что сделал невероятное, и никто в это не верил, потому что он был целеустремленным, он был умным, он был интеллигентным, интересным человеком и своего рода может быть примером для человека, который старается изменить себя и стать счастливым. В результате я беру, опускаюсь в ту точку, ниже которой мне уже опускаться будет очень больно. Постепенно ниже, ниже, ниже. Лучше это делать в носках, конечно. И затем в такой точке я фиксируюсь. И так надо ждать как можно дольше. Если вы устали, можете расслабиться. Это нужно просто расслабиться. Вот такое упражнение. В шпагате надо находиться как можно более длительное время. Север, растянувшись на секунду, вы не получите полного удовольствия и полноценного результата. Ну что, теперь я вам рассказываю о том, что у меня есть наставник, есть учитель. Это Александр Атанин, призер чемпионата мира по верхнему брейку. И я сейчас буду делать упражнения, которые мне показывают, потому что дал мне занятия заниматься в домашних условиях. Я напоминаю, что я хотел бы научиться танцевать верхний брейк, потому что это красиво, и потому что я могу это применить и скомбинировать, например, со своими выступлениями на подиуме по бодибилдингу, потому что все просто позируют, показывают мышцы, выходит спортсмен, делает какую-то хореографическую программу, и, естественно, судьи и зрители отдают ему предпочтение. Это еще один бонус к общему уровню спортсмена. Итак, делаем упражнение для того, чтобы научиться танцевать верхний брейк. Делаем кисть, локоть, плечо, плечо, локоть, кисть, кисть, кисть. Пока я делаю это упражнение плохо, но надеюсь, что со временем смогу делать его хорошо. Потом двумя руками, потом надо научиться делать движение голова, плечи, грудь, живот, носки, ноги и обратно. И переходить волну. Потом то же самое. Уже некоторые из вас знают, что я являюсь чемпионом Украины и чемпионом мира по бодибилдингу в различных категориях. Что я выступал более чем в 30 турнирах по бодибилдингу, я этим увлекаюсь. И, естественно, вы знаете, что бодибилдинг – это демонстрация своих мышц на соревновательном подиуме. Но в основном спортсмены демонстрируют мышцы не очень хорошо. Потому что они начинают тренировку программы позирования за месяц, в лучшем случае, иногда и за неделю до турнира. А мне хотелось бы овладеть искусством позирования в совершенстве, позировать эффектно, красиво, делать красивые переходы, а не просто
показывать свои мышцы. Не так вот поворачиваться, как это делают другие спортсмены из позы в позу, а делать это с красивыми переходами, например, хотя бы вот так. То есть вы видите, что эстетичное позирование выглядит лучше. И, конечно, тоже нужно тренироваться. Но позируя, показывая свои мышцы, вы не только готовите произвольную программу для выступления на соревнованиях. Во-первых, вы можете фотографировать себя каждые 2-3 месяца. И в позах намного лучше ваш прогресс от занятий спортом, фитнесом, бодибилдингом, чем если вы просто тренируетесь, иногда смотрите на себя в зеркало там, вроде бы у меня живот стал меньше. То есть позирование – это еще способ оценить пропорции спортсмена. Зачем судьи, зачем соревнования? Оценка пропорций спортсмена, насколько его тело совершенно. То есть вы же хотите, если вы занимаетесь спортом или собираетесь начать заниматься спортом, контролировать свой результат. И точно так же мои клиенты, которые начинают меня тренироваться, я говорю, сначала сфотографируйтесь во всех позах, а потом уже начинаем тренироваться, чтобы потом мы могли снова сделать так называемые контрольные фото. Ну и, наконец, позирование – это хорошая физическая зарядка, которая улучшает рельеф и тренирует ваши мышцы. Это как может быть дополнением к тренировке в зале. Конечно, тренировка в зале – это основа. Сегодня я изучаю позу очень сложную. Это выпад в полушпагате, в полуприседе. Я сажусь на одну ногу, на носок одной ноги. Вторую ногу стараюсь максимально выпрямить и напрячь на ней мышцы. Тут я стараюсь держать равновесие. И в такой вот, казалось бы, сложной, неестественной позе пытаюсь сделать красивое позирование. Вот так вот я занимаюсь позированием у себя дома. И включил это в свою утреннюю зарядку. Ну что, и естественно я хочу, как человек, который развивается, не только физического совершенства, но и интеллектуально развиваться, и работаю каждый день над изучением английского языка. В этом направлении уже многого достиг, но в данный момент я работаю над продвижением, чтобы с базового английского перейти на advanced, то есть на продвинутый уровень. Вот у меня есть тетрадочка, и я изучаю слова, которые я не знаю. Допустим, там ambivalent, двойственный, глагол to correspond, соответствовать, имеет смысл, to make sense. Вот я выписываю слова, которые я еще не знаю. Каждый день я выучиваю несколько слов. Многие знают, что я снимаю бесплатные обучающие ролики, но, конечно же, более перспективно снимать обучающие бесплатные ролики на английском языке. Для этого надо иметь хорошее произношение, хороший словарный запас, грамматику. Вот мое приветствие на английском языке. My name is Юрий Спасокукоцкий. I am a personal bodybuilding and fitness trainer, and I have my personal workout system, which allows to get considerable result in 2-3 months. То есть я персональный тренер, который имеет собственную систему тренировок, которая позволяет достичь результата уже за 2-3 месяца. И мне нужно отработать произношение так, чтобы мое плохое произношение все меньше и меньше бросалось в глаза. Некоторые из этих упражнений, которые я вам показываю, я начал делать впервые вместе с вами. То есть предполагается, что вы работаете во время вашей утренней зарядки над теми моментами, которые вы еще не довели до совершенства. И, соответственно, вы должны над ними работать каждый день. Потому что, чтобы достичь своей цели, надо каждый день делать хотя бы маленький шаг, маленькое движение хотя бы к своей цели, иначе вы никогда ее не достигнете. В том числе сегодня я должен впервые делать упражнения, чтобы читать рэп. И мне, конечно, очень неудобно, даже перед теми людьми, кто снимает, не говоря уже о том, что все будут это видеть. Но вы должны понять, что я буду делать это плохо, потому что я учусь. Но мне хочется научиться, и надеюсь, что вы видите, что делаю это лучше. Итак, тут текст песни «Мы улетим».
которые мне прислали, я должен тренироваться, чтобы потом, когда я отработаю, записывать его в студии. Давай откроем альбом и посмотрим снимки первой встречи, как встретились две половинки. Этот робкий взгляд, неловкие слова небрежно тают. Эти чувства, как туман, где-то в облаках летают. Были ссоры, была радость. Даже помню, мы расстались, пережили вместе, все ушло, но любовь осталась. Вначале у вас получается плохо, но, надеюсь, следующую запись вам покажу через месяц, допустим, вы увидите, как те упражнения, которые сейчас я делал, уже имеют прогресс. И я делаю это лучше, и, соответственно, я становлюсь лучше. Это доставляет мне ощущение уверенности в себе и радости от того, что я приближаюсь, что я реализовываю свои желания и что я занимаюсь тем, что мне нравится. В общем, вы не должны бояться делать то, что у вас не получается. Если вы не начнете делать то, что у вас не получается, у вас это никогда не начнет получаться. Вы должны пытаться снова, снова и снова, пусть вначале все выглядит некрасиво, видны ваши ошибки, у вас одни сплошные ошибки. Но точно так же, когда я начал качаться, я был худым, у меня был жирный живот, узкие плечи, тонкие руки, многие надо мной посмеивались. Ну и ничего, постепенно прогресс стал все более заметным и очевидным. И в конце концов ты получаешь результат, и чем хуже у тебя получалось в начале, тем приятнее будет получить шикарный результат в конце, тем более счастливым вы станете, когда вы реализуете свою мечту в любом направлении. Я помогу вам, я надеюсь, с помощью своих видео, которые будут называться «Уроки личного самосовершенствования», реализовать свои мечты в каком бы то ни было направлении. Пусть это будет заработать деньги, стать успешным, стать любимым, стать преуспевающим, накачать свои мышцы, изменить свое тело, изменить свой внутренний мир. И так как мне во многом это уже удалось, я надеюсь также помочь сделать это вам. Спасибо.